среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печки и трубы, и это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес? При нем избу его спалили, угнали маму со двора, и в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.